Всем привет, с вами снова Epic Nyvangai, и мы продолжаем проходить Galaxy on Fire 2 Full HD. Ну что ж, с момента предыдущей части у нас особо ничего не изменилось. Мы узнали о угрозе войдов, и теперь нам предлагается полететь в их систему снова. Ну что ж. С прошлого раза мы, в принципе, убедились в том, что ребята, они довольно мощные, и лететь в их систему не так-то уж и просто. Поэтому я считаю, что в этой серии мы будем более-менее, так сказать, развиваться, потому что наш корабль хоть и новенький, но не такой клёвый. Мы видели, что есть корабли получше, как и оружие. Поэтому мы в этой серии будем, так сказать, испытывать геймплей этой игры. Ну что ж, приступим. Будем выполнять всякие различные задания. Посмотрим, что у нас есть. Так, нам тут хотят что-то продать. Так, а, это я помню. Ну что ж, тут вроде бы пари было. Ну что ж, давайте поборемся, так сказать. Так. Смотрим. Это баба, и у нее довольно крупный кораблик. Довольно странно, когда я читал про этот корабль. Так, вот уже враги. Так, опять. Сделал не то, все время ПКМ забываю. Так. Совсем забыл про управление. Кстати, раз мы уже запустили, почему вы нам дальше не обездвижить этого парнишу? Вот теперь-то он нам ничего не сделает. О, мы из него вытянули круг. И еще что-то вытянули. Интересно, что это такое? Три штуки, какой-то непонятный предмет. Ладно. 1-0 мы уже потихонечку тащим. Посмотрим. Солнце какое-то фиолетовое. Так, ну вот, еще один готов. Что ж, летим дальше. Так вот, этот корабль, когда мы про него читали с вами в прошлой серии, заметили, что он довольно крупный, но у него нет вооружения. Как же она стреляет? Ракетами, что ли? Хотя вроде как стреляют какими-то бластерами. Так, у нас 11 штук ракет. Я извиняюсь, если у вас возникают вопросы, почему не видно нижнюю часть экрана. Немного отрезано. Это из-за разрешения. Сама игра не позволяет иметь разрешение для широкоформатных мониторов. То есть у нее разрешение самое удобное, как на мой взгляд, 1280 на 768, вроде бы. Поэтому, если вдруг не видно значение количества ракет или еще что-либо, я извиняюсь. Я посчитал, что вам верхняя часть будет куда интереснее, то есть показатель щита и прочее. Так, ну что ж, тут трое парниш. Мы маневрируем. Она там кого-то подожгла. Так. Оп, еще. Ну, я думаю, со счетом 3-0 она уже вряд ли нас выиграет, хотя там по нам стреляют еще. Но груз-то нам нужен. Так, глоточек из Юнион. Походу, еще какой-то напиток, алкоголь. В этой игре разработчики много уделили этому. Кстати, компания разработчиков Fishlab Entertainment, вроде бы, немецкая. Так, счет 4-1. Ну да, забавно. Так, ну думаю, полетим к ретранслятору, а уже не на станцию, потому что там ничего интересного. Сейчас еще надо эту планету найти. Так, мы тут вверх тормашками немного. А, вот она, Кара. Так. А, кнопочка F, продолжаем. Так, ну что ж.
прилетели. Еще враги. О, посмотрите, это же корабль землян. Слушайте, а у него вон турельки. И они... Хочется верить, что они на нашей стороне, но вроде бы они нейтральные. Парниша огребает. Нам же лучше в помощь. Так, опа, нас вернули. Да, посмотрите, они стреляют. Да, не по нам, слава богу. Хотя по нам попадают, но как нейтралы нас не дамажут. Смотрите-ка, с него что-то выпало. Надо это взять. Так, горящий. Neural Charger Pulse. Что-то знакомое, но я что-то забыл, что это. Ладно, еще один груз. Так, ром. Понятненько. Ладно, летим к станции. Какой интересный крупный корабль. Жалко, его нельзя купить, хотя кто его знает. Может, и мод на игру есть, где можно поуправлять. Посмотрим, посмотрим. Так, станция 5-го уровня. О, достижение. Отлично. Смотрим. А, вот, это вот лазер и... О, что это такое? Бластер. Слушайте, ребята, он, судя по цене, получше наших штучек будет-то. Наверное, мы их отцепим и прицепим вот... Да? Урон 9, а у этого урон 2. Скорость зарядки 170. 430. Дистанция 1100. Вот дистанция. А, дистанция поменьше. Ну ладно. А, еще один остается. Что это? Смотрите, какие корабли. Странно, что это дороже. На 309 непонятно. Тенета. 2 ляма. О, управляемость хуже. Но вот это корабль. Да, вот такой бы нам. Но, как понимаете, это, наверное, долго уйдет времени. Надо купить середнячок где-то такой хотя бы. Вроде тоже довольно неплохой, судя по параметрам. Так, ладно, продаем все лишнее. Вот турелька какая-то есть. Щит. Еще один луч. Электроника. Смотрим. Так, и ром. Какой дорогой. Так, смотрим. По сумме мы, в принципе, потихоньку будем выбиваться в люди. Так что продолжим. Смотрим. Станция далековато будет, да и за такие денежки как-то. Hello. Так. Помощь. Ну, я думаю, Hello. Мы сами справимся. Так, ну что-то далековато все, а платите вы как-то не густо. Ладно, посмотрим, что у нас еще есть в этой системе. Да мы, в принципе, всю систему исследовали, поэтому, я думаю, можно ради интереса полететь куда. Безопасно, ну давайте-ка мы исследуем наших то ли друзей, то ли нет, невелиц вроде как. Так, бластеры, ну какие-то зелененькие. Ну ладно, неважно. Все-таки вроде бы они не нашего производства, то есть их произвела другая раса. Так, вот ретранслятор очередной. Так, отправляемся. Так, ну вот мы прибыли. Так, и здесь враги. Ну, раз они так хорошо и приятно лутаются, почему бы нам по ним не пострелять? Так, вон парниш. Ну, судя по параметрам, дальность у них похуже будет. Там 200 км что-то. Воу-воу-воу. Воу, вот это дамаг вообще. Хорошая штучка. Ну-ка. Отходы. Я думаю, мы их задорого не продадим. Смотрите, корабль синенький. Видимо, невелийцы. Да, невелийцы. У них такие синие станции. Синий этот значок фракции вон сверху вы можете наблюдать. То есть я на таком серо-оранжевом корабле. Это корабль землян.
стреляют синими бластерами просто. Так, там по нам опять шмалять начинаются. Ну, как бы по нашим союзникам не попасть, а то еще обидятся. Груз. Ну-ка. Взрывчатые вещества, ну, я думаю, их можно продать уж побольше, чем отходы. Так, летим дальше. Так. Так, как-то непонятно. Еще и пираты, так. Ну и где мне их искать? Я их вроде не... Воу, это что? Какая-то станция. Почему бы нам не полететь и не посмотреть, даже если это опасно? Ну, я думаю, у нас корабль такой середнячок, поэтому, в принципе, можно и попробовать. А что ж по нам стреляют-то, наши-то? Ну, они не наши, нейтралы, но все же. Органы. 1 тонна органов. Круть. Так, где эту штуковину увидел? Значит, а, вот. Полетим, глянем, но далековато до нее лететь. Да еще и по нам сзади шмаляют. Какой дерзкий парень. Есть, добили. Ладно, посмотрим, что из себя это представляет. Березий. Это вроде бы... Это руда какая-то. Какая-то стрёмная станция. Но у нас есть ракеты и ими. Не знаю, надеюсь, там нет автоматов, орудий на станции. Как они не могут ее уничтожить? Она просто скрывается под красным облаком. Да, довольно странно. Наверное, у нее и здоровья много. Так, вон еще пират. Воу, их там 5? Нет, ребят, нет, я, конечно, не сыкло, но мне кажется, мы не затащим. Так. Полетим-ка лучше. Воу, вот это вообще жестко. Так. Надеюсь, здесь нет такого же. Ох, напали там на парнишу какого-то. Но он почему-то решил именно на нас переключиться. Ну что ж. Парень сам виноват. Какие интересные корабли. Посмотрите, вот летаем и еще один новый вид корабля. Да что ж вы улетаете-то так все? Потому что засали. Вот почему у нас самые плохие бласты? Хотя вроде бы они нормальные, а вроде... Я думаю, здесь в игре еще получше. Может что-то наблюдаться. Кстати, груз, смотрите, по символике не видится. О, мы прям так рейдом на парня там набросили. Еще один готов. Воу-воу. Так. Забираем. О, 2 батарейки. Они там вроде бы недешево продаются. Ладно, летим дальше. Вот и станция. Невелиска. О, еще одно достижение. Так, извиняюсь, если вы слышали контакт. Так. О, мы, смотрите, можем боты приобрести, но я думаю, нам это пока не надо. Органы. 5000. Ну да. Кстати, посмотрите, разные цены действительно есть. Так. Так, мы снова тут. Так, значит, взрывчаточка. Смотрим. Продаем. Батарейки тоже. И отходы. Глоточек. И перезий. В принципе, мы могли бы руду добывать, как нам в начале игры говорил парниша. Но я думаю, нам это сейчас так особо и не надо. О, посмотрите, еще корабль за 2 ляма. Да, так угрожающе выглядит. Ну что ж. Но наш доход даже не достигает 100 тысяч. Печально. Hello. Так. I have something that might be of interest to you.
нас тут обмануть сидят, нам даже Hello. Чувак тут говорит, что нас могут обмануть. Do this for me, and I'll pay you well. Так. Эскорт. Ну что ж, почему бы нам не сделать эскорт? Ох, какие корабли-то. Так, интересно, а можно залететь как-то вот здесь, такой мостик? Нет, нельзя. Ну, ладушки. Какие крупненькие, однако. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрим. Так, а как их защищать? Просто лететь вперед? Но они вроде как тоже... Так, а вижу врага. Мидорианин. Так, тихо-тихо-тихо, у меня тут... Воу-воу. Извиняюсь, по кораблю попал. Ничего себе, как ему быстро здоровье-то снесло. Так, да чё ж мы вверх тормашками-то летим? Ладно, смотрим дальше. Летим. Так, вот еще один парень прямо на нашем курсе. И второй еще. Так. И третий. Прям таки эти мидорианцы действительно воюют с этими невелицами. Так, ну мы сейчас быренько. Давай. Есть один. Не трожь. Так, еще один готов. Так, 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 парень, парень, нет, не атакуй. Я всего лишь взял. 3 тонны линейный, что? Кажется, у этой игры с переводом так себе. Линейный. Что за линейный? Так, ладно, дальше. Хоп, тоже дропнул. Заберем это себе. Сизерот. Так, а мы теперь вообще вверх ногами летим. Ну, да ладно. Да, интересные корабли такие большие. Да, хб, то ли у нас оружие мощное, то ли они очень слабые. Но кажется, вряд ли второй. Так, вон еще двое парней. Так, еще одни мида. Мид. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не стреляй. Во, они сейчас уничтожат. Нет, не успели. Так, ладно, потом груз заберем. Только не улетай, нет, он полетел. Мы его подожгли, надеюсь, он сгорит. Так. Шипучка, это что, конфеты у них тут еще и что ли? Так, ладно, дальше смотрим. Парень горит и летит дальше, и у него даже здоровья не отнимается. Так, нормально. Так, тихо, не убьешь, есть. Отлично. Все корабли целы. Превосходно. Ладно. 3 мил каких-то. Так, ладно, дальше. Сахи. Так, а мы же были на Сахи по квесту. Нам туда не надо. Так, на Сиаме. Не знаю, что это за язык, поэтому не обращайте внимания, если неправильно читаю. Так, здесь мы вроде бы не были. Поэтому лишним избавиться от пиратов, думаю, можно. Так, 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 так. О, уворачивай. Кстати, кажется, новый вид корабля. Сколько же здесь кораблей? Даже есть отдельная фракция пиратов, просто. Так, 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 так. Парень, парень. Ебаний. Такой странный звук стрельбы вообще этих бластеров. Не знаю, на что он похож. Так, тихо. Есть, добили, нам помогли, ну ничего.
Так, у нас и грузовой отсек почти. О, Эми, это оружие. Сейчас-то продадим. Так, летим дальше. Отлично. О, посмотрите, нам уже хватает на... Это что за корабль? Господи, такой маленький. Тяжелые снаряды, зато два. Но он такой малюсенький, просто ужас. Зато управляемость. Наверное, самый маневренный. Хацуки. Странный вид, конечно, у него. Кинзер. Вот, два ляма и тоже такой неплохой, но... Два главных орудия как-то не очень. Берджер Кросс Ит. Какой интересный. Кстати, мидорианский. Ну ладно, посмотрим. Так, электромагнитное орудие, но... Урон Эми есть, а обычного нету, поэтому я думаю, нам хватает Эми ракет. Мы, в принципе, никого не собираемся... Так, о, смотрите. Что это? Ускоритель. 68 тысяч. 3 тысячи. О, эффект 200%. Слушайте, ну я думаю, один мы себе оставим, наверное. Это такой, не очень. Так, шипучка. Господи, шипучка за 1300 долларов. Просто жесть. Да, странные тут цены, конечно. Ну ладно, я не вправе судить. Так, а у нас и поставить-то места нечего. Ну, я думаю, броню пока снимем. Так, да, вот так. Будем, так сказать, самыми быстрыми и будем летать быстрее света. Так, кстати, зал ожидания. Ядро, ну, у нас его нету. Так, войды. Химические вещества. Кстати, а в магазине случайно не может их оказаться? Нет. Какой-то такой днищевский магазин. Ладно, смотрим дальше. Так, странно. Мы вроде... А, на станцию мы сами не залетали. Так, а где у нас... Нас не приняли, на Сахе или на Босмех? Вроде бы на Босмехе. Ну ладно, у нас пока корабль не такой крутой. Поэтому полетели на Сахе. Вы приобрели ускоритель, его активировали с помощью кнопки С или щелкнув мышью по кнопке ускорителя. Так. Ну да, ускоритель действительно работает. Так. Так, нет, стоп. Опять. Да что ж это такое будет? Так, враги. Ох, ничего себе, быстро мы летим как. Да, действительно хорошая вещь. Да, только перезаряжается долго. Наличие 125 тысяч. Ну-ка, сейчас достижение. Да, действительно, мы уже накопили 200 тысяч. И какой корабль, смотрите. Легкая ракета. Ну, получше нашего будет, но... Как-то он не внушает полного доверия. Термик, что это у нас? Термоорудие? Такое дешевое, не знаю. Как-то смущает меня. Так, ну, не знаю, щиты нам что ли получше приобрести. Вау, синхотрон. Ну, он вроде бы похуже, да? Эффект, да, поменьше будет. А это что? А, это сканер. Ну, не знаю, нам вроде бы нашего хватает. За такую цену. Да, дороговато тут все. Ладно, пошли дальше по миссиям. I have something special. Вино. Очередное вино. I've got a score to settle. Так. Атака по станции. What? Посмотрим. Так, у этого свои проблемы. И этот тоже странненький. Так, ну что ж, поможем станции. Мы вроде бы тут недавно были на ней. Сиамех. Что ж, полетели-ка. Так. Юзаем. Так.
Так трясет, кстати, камеру из-за ускорителя, что даже мы не можем навестись маркером на планету. Да, забавно. О, они зелененькие. О, господи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь врагов против четырех и я. Да, парни вряд ли бы справились, если бы они тут одни без меня были. Ну что ж, мы-то тут непростые, мы-то затащим. Кстати, опять забыл про ускоритель. Да, позволяет быстрее передвигаться. Ну, долго же он без... Так, воу, сразу трое на нас так дерзко. Так, ну давай, я тебя добью уже, парень. А, не убежал. Так, тихо. Ускоритель. Так, по тормозам. Так, воу-воу, что ж на нас-то все нападают? Так, подбили. Так, нет, груз. Нет, его своруют. Что ж на нас набросились? Где все парни, да? Я вас даже не вижу. Так, еще один готов. Сейчас аккуратненько забираем его груз. И атакуем дальше. Ага, еще один готов. Сейчас еще и денежки за контракт получим. И полутаем. Так, парень, что-то далековато. А у меня есть ускоритель, я тебя дарю. Так, гадина. Целиться неудобно с него. Тем не менее, наш истребитель довольно маневренный. Так, заберем твой груз. Смотрите, уже двое осталось. Так, этот горит уже, добьем. Готов. И вот это. Так, но он ничего не утонул. Так, мой груз, ребят. Так, нас поблагодарили, отлично. Так, отлично. Так, теперь вот к планете с этим телепортером. Мы ее тоже не исследовали, вернее, ее станцию. Так, и тут нас тоже приятно встречают, в кавычках. Так, ну мы, разумеется, вот что используем. Воу-воу, а, это наши стреляют. Так, ну давай. Готов. Воу-воу, по своему попадаем. Не уйдешь. Так, хоп, ничего не пропнул. Так, и к станции. Так. Так, я кнопки не перепутал, слава богу. Извиняюсь, немного болею. Так. О. Отлично, еще достижение. Посмотрите, этот корабль. Этот лучше этого, но тем не менее он дороже. Смотрим, хотя бы по броне. Даже так, ну вот как-то странно. Да, странные наценки у этих ребят. Так, что это за ракета? Эмину, она какая-то прям... Прям жесткая. Это что? Термояд? То есть, термоядерная ракета. Ну да, наверное, мощная вещь, но... Мы ими особо не пользуемся. Так, о, гидравлику можно продать. Расцветная Вика. Пиво. Ребят, вот, надеюсь, когда здесь только будет стоить пиво. Потому что я не пью, не знаю, как вы, всякие люди бывают. Так, смотрим дальше, что нам тут могут предложить. Гипонийное ядро. В магазине оно есть? Нет. Извини, парень. Greetings. Перевозка пассажиров, но у нас мало места. I've got a score to settle. Похищен представитель правительства, но... Greetings. Сколько вы за... О, 13 штук, но... Так.
Ну что ж, у нас для этого есть эми ракеты, почему бы нам их не потратить? Быренько это исполним. И полетим в другую систему. Так, ладно, летим дальше. Так, да, на станцию. А, нет, на какую станцию нам же этот? Маркер, во. Так, летим. Да, далековато. Воу-воу-воу. Как-то я переоценил, сколько их. Воу-воу-воу, ребят. Нет, нет, мы либо погибнем, либо... Нет, нам отсюда живыми не уйти уже. Есть, конечно, вариант сбежать к другой планете. Так, а я сделаю вот так. Есть, отлично, этих обездвижили. Так, нет времени для захвата груза. Так, вы сейчас начнете активно действовать, не надо. Так, воу-воу-воу-воу, маневрируем. Так, еще минус один. Надеюсь, ни в одном из этих кораблей не было парнишей из правительства. Господи, как вас много. Так, стоп. Ну ладно, давай тебя собью. Надеюсь, тебе не было. Парнишки. Так, ну-ка, сканер что-нибудь даст. Так, вот, похититель, отлично. Ну, он один, щиты восстановлены, нам даже обшивку не повредили, поэтому нужно... Быренько взять грузик. Е4 ультраламина. Звучит как название оружия или еще чего-нибудь. О, и глоточек. Так, и хоп. Ох, ну и друг. Так. А, бронекабина, то есть, ну и, наверное... О, отлично, так, пока он обездвижен, надо его взорвать. Все. Так, теперь нам... Он сказал возвращаться или куда? А, да, возвращаться. Ну и отлично. И полутали, и денежки сейчас получим. Отлично, развиваемся. Так, еще пираты, да? Сколько же вас тут есть? Ну, мы вроде как... Хоть и на нормале играем, но это все-таки не инди, ну и не карт, поэтому как бы средний. Враги вроде как и не самые сильные, но и не самые слабые. Так, ну парниша от нас убегает и идет на разворот. И тем временем тебя добьем. Так, забираем продукты питания. Так, 5 километров до следующей цели, уже 4. Летим дальше. Так, так, тихо, тихо, тихо. Ну, в принципе, думаю, следуя одну систему нивелийцев, мы познали их технологии. Не такие-то они уж и плохие. Надо забрать кое-что. Да, все нашим. Так, Эскон. Опять непонятные названия. Так, сейчас главное не запустить ракету. Случайно так, как и было. Кстати, грузовые транспортники землян летят там еще. Так, да, все, отлично. Статус. Кстати, ребят, смотрите. Достижения. Статус, как я его раньше не заметил. За это еще исправно платит. Миссии. Так, смотрите, репутация. Земляне, воски. Наверное, тогда они будут зелененькими, кто-то из этих. Но, кажется, тут придется выбирать фракции. Ну, мы тут нейтральны вроде как, а здесь мы ближе к невелицам становимся. От этого, наверное, зависит, сколько они нам платят, там, процент. Посмотрим, посмотрим. Так, из оружия ничего. А, это ракеты. Ну, мы ими особо не пользуемся. Так, о. Смотрите-ка, получше броню нашли себе. Да? Защита 80.
40. Да, отлично, ну эту мы продадим, а эту оставим, нам все равно ее цеплять некуда. Да, продукты питания тут довольно дешевенькие. А вот алкоголь тут вон какой дорогой. Даже вон какие есть. По 1000. Так, ладно. Тут у нас рискованно. Так, система Мидо. Так, ну даже посмотреть нельзя, ну ладно. Так, ну куда бы нам полететь? Ну давайте к людям, что ли, исследуем вот эту систему. Нейрон какой-то. Технические уровни планеты еще тут надо смотреть. Какие получше будут. Так, смотрите, нам 6 километров примерно лететь. Используем ускоритель. Минус 2 километра, ничего так. Так, по нам тут опять палят, непонятно с какого перепугу. Отправляемся. Так, отлично. Так, ну я думаю... О, какая станция. Еще одна тарелка. Так, побыстрее полетим. Так. Ладно, я думаю, это затянется, вот, поиск нам средств, денег, всякого лута, поэтому я разделю подобные серии на части по полчаса где-то. Не знаю, сколько их будет, но в любом случае это будет как 1/2 или 1/3, посмотрим, как дальше. Поэтому спасибо всем за внимание, кто смотрел, продолжение, несомненно, будет. Еще раз всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду вас в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока.